Анонс и точная дата выхода третьей серии нового турецкого сериала «Скорпион». Третья серия сериала выйдет в эфир 25 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Ферде сказала своей дочери Мерве, что 40 лет тому назад у них украли настоящую жизнь, и все должно было сложиться совершенно иначе. Перихан сказала Ферде, что она умерла для нее в тот самый день, когда решила завести романтические отношения с Фикретом, а в день смерти ее дочери она похоронила и Ферде. Перихан считает, что Ферде может причинить большую опасность ее семье, и поэтому ей необходимо держаться как можно дальше от этого дома и семьи. Перихан поинтересовалась у Фикрета, в курсе ли он того, что Ферда ее дочь. Он сказал, что узнал это совсем недавно, и ему известна вся правда. Фикрет вступается за Ферде и считает, что она имеет полное право находиться здесь. Это не понравилось Перихан, и если он пошел на такой шаг, то дети должны будут узнать про любовь их отца к сводной тете. И она хочет, чтобы Фикрет знал про свой неправильный выбор и какую серьезную ошибку он допускает своими поступками. Наступит такой день, когда он приползет к ней на коленях и станет умолять спасти его от этой коварной женщины. Когда Ферде встретилась с Арасом, то стала интересоваться, чего он боится больше всего – попасть в тюрьму или же дуру узнает обо всем. Напомним, третья серия сериала выйдет в эфир 25 декабря. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.